Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вместе с вами хочу распаковать свой заказ с сайта Духи РФ. Я не сотрудничаю с этой компанией, говорила уже много раз. Если кто-то сотрудничает, я очень рада за них. И на самом деле, если бы мне предложили сотрудничество, я бы была бы рада за себя, честно признаюсь. Я же не являюсь там парфюмерным блогером, да, не снимаю на постоянной основе какие-то парфюмерные видео. Только недавно, скажем так, увлеклась данной темой и, соответственно, просто показываю вам свои приобретения, наверное, так, свое увлечение, можно так выразиться. Потихонечку вскрывать посылку вместе с вами. И немножко хочу поболтать на тему вообще парфюмерии. В последнее время, да, действительно увлеклась парфюмерией. Возможно, виной тому является весна. Я также увлеклась цветами. В этом году как-то особенно явно это заметно у меня. Буквально сегодня я, кстати, была в магазине Оби, купила себе там новые цветочки, но как-то не могу, очень хочется красивых ароматов, красивых цветов, и знаете, уже такая весна-весна, хотя за окном у нас, сколько сегодня было, минус 5 вроде бы, что-то в этом духе. Да, и по поводу доставки, меня также спрашивали с этого сайта. Вообще доставка мне была бы где-то примерно с момента заказа за 4 дня. То есть там пока перезвонили, пока собрали и туда-сюда. Но так как я живу за городом, то с доставкой у меня всегда все плохо, потому что мне, получается, я получила на 6-й день с момента заказа. Вчера, например, мне приходила смс-ка, что вам должен прийти заказ, но мне даже никто не перезвонил, то есть даже курьер, не приехав ко мне, вообще даже не позвонил и не предупредил. То есть 2 дня ожидать курьера – это, конечно, такая себе история. Сейчас у нас за окном, на самом деле, уже поздний вечер, но очень хочется снять для вас и, конечно же, распаковать. Я уже тут все раскрыла, буду потихонечку доставать. Также и пару слов буквально. Меня спрашивали, почему такие цены на духи РФ, что это наверняка подделка. Вообще, если вы посмотрите, то не все цены дешевле, чем в магазине Летуаль или Ревгош по хорошим скидкам. Если брать там 50%, например, то не все марки на духи РФ дешевле. Есть даже некоторые парфюмы, некоторые бутылочки, скажем так, которые даже дороже, чем по скидкам в Ревгош или в Летуале, ну, может быть, в Льдоботе. Льдоботе, кстати, я не отслеживаю там цены, только обычно Летуаль и Ревгош. Вот, поэтому почему такие цены, я сказать не могу. Я не являюсь менеджером этого магазина, поэтому не знаю, и как-то, честно сказать, мне это не интересно. По поводу того, что подделка там или нет, все то, что я заказывала, все то, что я показываю вам, это оригинал. По крайней мере, из того, что представлено в Летуаль и то в Ревгош, допустим, да, ароматы, которые я могу сравнить, они абсолютно одинаковые. Просто, вот, например, сейчас мой заказ, он не так сильно дешевле, чем в Летуаль или Ревгош, буквально там небольшая, там, ну, чуть-чуть подешевле. Поэтому я решила заказать не в Летуале в том же, а именно на духи РФ. Еще хочу пару слов сказать по поводу того, что парфюмерия в России, она, ну, получает уже, да, такие комментарии, что она ужасная и что в России нет нормальной парфюмерии. Но если брать производство России, то, наверное, да, это не наш конек. Если только Красная Москва, да, такой знаменитый парфюм, но если только его, скажем так, рассматривать как вариант, вообще, да, у нас не развита эта тема, это первое, а второе, ну, по крайней мере, даже если развита в какой-то степени, я не знаю, ароматы наши российские, не пробовала российского производства, вот. А что касается того, что на территории Российской Федерации, да, продаются ароматы, которые как бы какие-то не такие, там подделка или какие-то плохие, или еще что-то в этом духе, честно сказать, я не сравнивала. Что касается ароматов Duty Free и у нас в России, они одинаковые. Я не заметила разницу. Возможно, я не такой искушенный парфюмер, у меня не такой искушенный нос, чтобы почувствовать какую-то разницу в нотах. А привозить из-за границы, но в данной ситуации, да, которая сейчас происходит, это, наверное, вообще не актуальная тема. И я не пробовала, не тестировала ароматы за границей, скажем так, не сравнивала их с теми, которые есть у нас, и никогда не привозила оттуда, честно сказать. Это последнее, о чем я думаю, когда приезжаю в ту или иную страну. Путешествую я не так много, как мне бы хотелось, скажем так.
Возможно, есть разница. Я не знаю, я не тестировала, но сразу скажу, что в теорию всемирного заговора я не верю. Поэтому, ну, это вообще такая немножко политическая тема, на мой взгляд, да. Я не хочу ее поднимать. Я наслаждаюсь тем, что есть у нас, и то, что есть у нас, мне очень-очень нравится. Я скажу так. Здесь у меня накладная, меня также спрашивали, почему я не показываю чек. Я уже говорила, я оплачиваю свой заказ на месте, наличными, то есть когда приезжает курьер. А почему вот пока что я заказываю с оплатой на месте, и чек кассовый мне к накладной не прилагается. Кассовый чек мне потом высылают на электронную почту, причем не день в день, а где-то на следующий день. Ну, наверное, пока водитель сдаст денежку или что, я не знаю. Я не знаю, как эта система работает. Я, честно говоря, не беру в голову. Вообще, у них есть на сайте написано о том, что вы можете, если вы вдруг обнаружили подделку, можете написать на этот сайт, как-то связаться и так далее, вам вернут деньги. Ну, в общем, какая-то такая история. Я, честно говоря, не знаю. Я вообще сейчас увлеклась, смотрю некоторых парфюмерных блогеров. Не то, что я подписана, а смотрю конкретно какие-то видео по интересующим меня ароматам. И обратила внимание, что, скажем так, парфюмерные блогеры, парфюм-маньяки, они почему-то не называют места, где они приобретают тот или иной аромат. Я не знаю, почему так происходит. То есть они говорят все время такую фразу. Я это заказала на всем известном сайте. На каком всем известном сайте? Если вы знаете этот сайт, напишите мне, пожалуйста. Но я подозреваю, что это как раз-таки Духира. Давайте вернемся уже к моему заказу. Все вот так вот приходит отлично упаковано. Один из ароматов в моем заказе без затеста мной заказан, а второй я очень хотела. Я его давно-давно слушала, еще когда у него не было скидок. И это прям, ну, это мой аромат. Я говорю об аромате Лавы и Бель and Rose. Да, так, наверное. Вообще, ароматы Лавы и Бель, я их часто на ком-то слышу, но я считаю, что это классные ароматы. И вот эти фланкеры, да, которые делает Ланком, да, именно вот эти Лавы и Бель, разные их вариации, они все очень красивые, очень классные, но есть остается вот такая не то что нота, а сердцевина вот этого аромата, который от классического Лавы и Бель. Вообще, вот именно аромат Лавы и Бель, это третий мой флакон. У меня была классическая версия его. Тут какая-то наклеечка, сразу вам покажу. Все хорошо запечатано, то есть абсолютно все надписи на коробочке есть. Вот так вот все запечатано. Это у меня не тестер, это у меня именно... Просто тестера не было в наличии. Боже, я взяла самый большой объем 100 мл, потому что именно вот этот вариант Lancome Love & Bell мне нравится больше всего. У меня есть еще, я принесла сразу показать, Intensement, да, правильно называется, это с малиной. Но вот здесь вот концентрация малины, да, я бы даже сказала, здесь не малина, здесь малиновое варенье. Примерно 2/3 классической версии Lancome Love & Bell и 1/3 это малиновое варенье. То есть малины на самом деле не так много. Это не совсем про малину, я бы так сказала. И вот этот аромат. Год выпуска аромата 2019. Группа ароматов цветочно-фруктовые. Верхние ноты бергамот, красные ягоды, малина, розовый перец. Ноты сердца дамасская роза, ланта, шпион, роза. Базовые ноты ирис, мускус, пачули, сандал. Первый пшик как раз таки пустой. Ой, какой он вкусный. Девочки, я очень люблю цветок розу и все, что с ней связано в ароматах, в том числе в парфюмерии, в косметике. Обожаю розу. Если есть где-то нотка розы, я прям с огромным удовольствием буду пользоваться данным продуктом. Здесь вот уже, наверное, концентрация именно самой классической версии Love & Bell. Вот чуть меньше половины и все остальное. Даже какие-то красненькие ягодки, наверное, и роза. Роза, может быть, даже какой-то пион или, ну, какие-то вот такие цветы, но не жасмин или что-то такое, да, а вот именно роза, пион, то есть такие вот, наверное, 1/3 здесь классической версии Love & Bell, и все остальное это какие-то красненькие, вот по мне так это какие-то красные ягоды и роза, точно, я точно чувствую розу. Она придает небольшую такую горчинку этому аромату. Это
супер весенний аромат. Я его заказала, у меня очень много хотелок, в том числе и ксержовка Самарати, различные версии, да, но это аромат на весну. Вот сейчас вот он у меня будет вообще, наверное, я его просто выпью, что называется. Очень классный аромат, девочки, вообще обалденный. Он стоит чуть-чуть подешевле на сайте Духи РФ, чем в том же Литуаль сейчас на скидках. Я приобрела вот как раз 100 мл за 4,460. Стоило 100 мл. Тестера не было, или был, по-моему, тестер 50 мл только был. Так бы я взяла тестер. Это будет реально моя любимка. Вот зимой я очень любила вот этот вариант с малиной. Хотя малины здесь, ну, я говорю, 1/3, наверное, вот дай бог, малинового варенья. Год выпуска аромата 2020. Группа ароматов цветочно-восточный. Верхние ноты бергамот, малина, розовый перец. Ноты сердца гелиотроп, апельсиновый цвет, жасмин, самбак. Базовые ноты бензоин, ваниль, ирис, пачули, сандал. Ну, вообще вот эти вот ароматы Лавэбелл, несмотря на то, что они очень популярны, к ним хочется возвращаться снова и снова. И я очень рада, что у меня прям соточка. Смотрите, какой у меня огромнейший флакон. Кстати, здесь тоже вот этот бантик, он идет красный, так он отличается по цвету. И сейчас вышла новинка, тоже Лавэбелл, как бы с кокосом. Там такая доминирующая нота кокос, но я не тестировала, не пробовала еще новенький аромат, но я думаю, что тоже захочу его приобрести, если потестирую. Следующий аромат, который я заказала без затеста. Здесь еще, кстати, пакетик. И это у меня вариант тестера. Тестер отличается, во-первых, коробка. Как вы видите, она белая. Обычно у ароматов цветные, да, вот такие коробочки. У тестеров чаще всего, как вы видите, такая достаточно простая, тоненькая коробочка. Могут быть вообще без коробки тестеры. И это у меня, кстати, аромат Marc Jacobs Oh So Fresh Kiss. У меня есть, буквально недавно я приобретала аромат тоже Marc Jacobs. Здесь у меня 75 мл. Я приобретала вот такой в Литуале. Я вам показывала его уже. Многие по моей наводке, скажем так, тоже приобрели. Он стоил 2 с чем-то в Литуаль на распродаже. Я тогда ради него поехала, специально купила. Не в Литуаль, в Ривгош, вру, девочки, в Ривгош. Очень мне нравятся вот эти ароматы Marc Jacobs. Вот эти с цветочками, такие цветочные, очень нежные лепесточки, вообще классные. И я заказала вот такой, видите, они какие. То есть сам тестер пришел с крышечкой. Тестеры могут быть без крышки. То есть если крышка вот такая вот прям красивая, ее может не быть, может прийти вот так вот просто сам аромат. Это либо нужно узнавать на сайте, писать им, либо когда вам позвонят. Ну, в общем, на самом сайте обычно не указано, какой именно придет. Год выпуска аромата 2017. Группа ароматов цветочно-фруктовые. Верхние ноты листья мандарина, розовый перец, черная смородина. Ноты сердца вишневый цвет, пион, розовая роза. Базовые ноты амброксан, сандал, светлая древесина. Ой, ну этот вообще вкусный. Вот этот более такой цветочный, более такие лепесточки какие-то. Вот совсем такой нежный. Мне кажется, здесь даже, наверное, есть роза. Я не помню пирамиду, я читала пирамиду, но мне кажется, здесь даже есть роза. Тоже какие-то лепестки, может быть, пион, роза. Но все это такое вперемешку. И даже немножечко каких-то то ли ягод, то ли фруктов, немножко цитрусов. Может быть, даже ландыш, мне кажется, есть. То есть такие вот прям вот куча-куча-куча цветов, какие-то цветочки сладенькие, какие-то не очень, какие-то, может быть, даже ягодок немножко есть. Ой, слушайте, обалденный аромат, очень мне понравился, кстати, нисколько не жалею, что купила. Мне нравятся вот эти ароматы, единственное, что они не очень стойкие, они примерно часов 5, максимум 6 продержатся, они не шлейфовые, в отличие от Ланком, например, того же. Они такие близко к коже, вот. Именно поэтому в такую теплую совсем погоду, летнюю, они прямо вообще заходят. Ой, ну это вкусно, это с чем-то сладеньким таким немножечко. Даже какая-то древесная нотка уже пошла в нем. Знаете, такая вот, ну, очень приятный аромат. И бутылочка, конечно, смотрите, здесь у меня будут такие оранжевенькие какие-то цветочки, а здесь уже красные цветочки.
Очень вкусно. Девочки, вообще вкусные вот эти вот ароматы. Они бюджетные. Вот этот аромат я приобрела на духи РФ. Его нет ни в Летуаль, ни в Ривгош. Именно вот такого варианта, да. Я приобрела за 2383 рубля. Вот, так что мне очень, ну, очень вкусно. Вот эти нежненькие такие ароматы, воздушные, такие легкие, очень, ну, не свежие, а именно такие цветочные. Вот этот даже, да, какой-то немножко древесный, и дерево, и цветы, и чуть-чуть ягодок, и очень красивые ароматы, бюджетные, и я советую прям присмотреться вот к этим ароматикам. Год выпуска аромата 2019. Группа ароматов цветочно-фруктовые, верхние ноты белый персик, ноты сердца цветочные ноты, базовые ноты персик. И, кстати, да, хочу сказать, что доставка у меня была бесплатная. Но это, смотрите, в зависимости от того, где вы живете, наверное, там, по-моему, от какой-то суммы доставка бесплатная. И у меня в подарок получилось два, что это, от Леванта. Один вообще бесплатный, а за второй я заплатила 28 рублей. Как раз-таки за него я и заплатила 28 рублей. Это Монталь Ванила Экстази. Такой вот мини от Левант, в нем 2 миллилитра. Год выпуска аромата 2008, группа ароматов ориентально-ванильный, верхние ноты абрикос, бензоин, красное дерево, ноты сердца жасмин, иланг-иланг, базовые ноты ваниль, сандал. Слушайте, чем-то он напоминает на какой-то аромат мне, вот этот ванила экстази. Какой-то подобный аромат я уже пробовала. И следующий аромат это, я не знаю, как правильно произносить, луева, ай луева, наверное, как-то так. Не хочет у меня камера фокусировать, но, девочки, я вам все названия подпишу внизу и ссылки тоже вам оставлю. Тоже вот такая вот маленькая бутылочка, 2 миллилитра. Этот пробничек у меня получился, этот Левант, мне достался бесплатно. Тоже сейчас нанесем. Ванила Экстази. Он такой более, наверное, древесный аромат, на мой взгляд. Такая не сладкая ванилька там, такая даже немножко с горчинкой. Горчинка может быть какую-то древесная, может быть какая-то нотка есть. Я даже не читала пирамиду. Не сладкая ваниль и какая-то древесина. Что-то вот, вот такое вот. Такой неплохой аромат, какой-то цветочный, наверное. Немножко с кислинкой вот этот Луева, или как он правильно называется, девочки, если что, поправьте меня в комментариях, я буду вам очень благодарна. Он такой аромат с кислиночкой такой небольшой и какой-то такой со свежачком. Кстати, очень вкусный аромат, такой очень приятный, с кислинкой такой, знаете, ну кислинка что-то. Что это за кислинка, я не знаю, как будто бы даже какие-то цветочки и кислость какая-то. Но очень приятный аромат, я с удовольствием поношу, посмотрю, может быть, даже присмотрюсь к этому аромату. Конечно же, очень-очень рада парфюмерии. Да, я очень увлеклась ей, я сейчас и смотрю, и много читаю про парфюмерию. Меня прямо завлекает эта тема. Возможно, виной тому то, что за окном у нас минус снег, вьюга и все в этом духе. Сегодня был очень сильный ветер, а в душе уже хочется весны. Уже зима, кстати, надоела. Мне так вообще уже хочется лета. Поэтому, наверное, и такое вот некое помешательство небольшое на парфюмерии у меня и получилось этой весной. Но я довольна и считаю, что баловать себя нужно. Также хочу, кстати, вот мне пишут иногда, зачем мне столько парфюмерии. Девочки, я наношу парфюмерию не для кого-то, а для себя лично. То есть, если мне нравится парфюм, а кому-то он не нравится, я все равно его буду носить, потому что я наношу парфюмерию и дома, в том числе, для своего настроения. Потому что бывает, знаете, так серо-пасмурно за окном, а ты берешь в руки вот такой вот потрясающий флакон, или какой-то, да, подобный другой, наносишь на себя, вдыхаешь аромат цветов, какой-то сладости там и тому подобное, и просто поднимается настроение. У меня, по крайней мере, 100% это работает, и все, что я не делаю в течение дня с каким-то ароматом, который меня сопровождает, оно у меня как-то все позитивно так проходит вообще целый день. Я иногда могу даже просто подойти и
вдохнуть какой-то аромат, не наносить на себя, но просто им подышать. И это для меня как какая-то ароматерапия, наверное, можно так назвать, какая-то антистресс и тому подобное. Так что, девочки, балуйте себя тоже обязательно, себе что-то покупайте, свои какие-то хотелочки обязательно, тратьте на себя и время в том числе, и все будет отлично. Конечно же, ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе, название ароматов я вам тоже пропишу. Вообще, советую очень, во-первых, конечно же, тестировать ароматы, прежде чем их приобретать. Ну, я, скажем так, на свой страх и риск вот такую некую авантюру провернула, да, и купила аромат без затеста, но нисколько не жалею, потому что сколько бы я ни тестировала ароматов от Марк Джейкобс, они мне все абсолютно нравятся. Вот, и, конечно же, отслеживайте цены там в том же Ревгош, Литуале, я не знаю, Золотое Яблоко, любой магазин, который у вас есть, с теми ценами, которые представлены на сайте Духи РФ, приобретайте там, где выгоднее, конечно же, обязательно. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!